Полицейские берут курс на вежливость. Для сотрудников правоохранительных органов провели мастер-классы по культуре общения. Инициатором обучающих тренингов выступили члены общественного совета местной полиции. На первую лекцию пришли представители патрульно-постовой службы, участковые уполномоченные, кинологи, те, кто находится на передовой в общении с новоуренгойцами. Главную цель культурного мастер-класса – установить контакт и построить доброжелательное общение представителей власти с населением. На уроках вежливости присутствовала и наша съемочная группа. Наталья Худяева продолжит тему. Сегодня актовый зал полиции больше напоминает учебную аудиторию в роли студентов стражи правопорядка. За кафедрой учитель русского языка и литературы. Это не сон, а явь у блюстителей закона, урок хороших манер. Тенденция сейчас в последнее время, что люди стремятся быть грамотными. Грамотными быть модно, так же, как и стремятся больше познать. Отмечается тенденция к тому, что люди начали все-таки читать, начали повышать свой культурный уровень. И я считаю, что это в первую очередь также необходимо каждому из нас. Но а если сотрудники полиции на такой должности, то само собой разумеется, что это необходимо. По долгу службы сотрудникам полиции приходится общаться с абсолютно разными людьми, начиная с законопослушных граждан и заканчивая злостными нарушителями. Общий язык необходимо найти со всеми. Нередки случаи, когда стражи правопорядка сталкиваются с неприкрытым хамством. Я обычно такие вещи вообще не обращаю внимания и как говорится, язык без костей говорит, что хочешь, то есть люди говорят, что хочешь. То есть я то, что мне нужно, я это улавливаю. А то, что они, если начинают оскорблять, говорить всякие вещи, мне пропускаю просто мимо ушей. Если все в себе задерживать, это будет сложно. Однако, какие бы ситуации ни происходили, в любом случае сотрудник полиции должен оставаться предельно вежливым. Честь мундира превыше всего. Одними лекциями дело не закончится. Теорию намерены подкреплять практикой. В каждом подразделении наши психологи проведут тренинги по общению. То есть будут примеры. Один из сотрудников будет гражданина, значит, слова говорить, а сотрудник полиции будет сам себя. Вот хотим так посмотреть, насколько они вот все, что услышали сегодня, что мы им еще дальше будем читать, применят на практике. То есть посмотрим, как это все проходит в самом подразделении. Вежливость в общении должна стать нормой, причем не только между полицейскими и населением. Подобные семинары необходимо вести во всех госучреждениях. Обновление знаний, норм и правил этикета ни для кого не будет лишним. Мне очень понравилось взаимодействие, потому что действительно был такой психологический контакт. Слушали очень внимательно, конечно, может быть, растерялись и не задавали вопросы, но все-таки я видела открытый взгляд, я видела заинтересованность и все-таки была уверена в том, что те моменты, которые были отмечены в лекции, они помогут именно при общении с сотрудником полиции с гражданами. Радует и тот факт, что в зале не только сотрудники со стажем, но и те, кто надел погоны впервые. Лекция поможет им правильно выстроить отношения с населением, формируя исключительно положительный образ сотрудников полиции. Доверие к власти начинается с малого. Наталья Худяева, Антон Берестянский, служба новостей «Импульс».